Приветствую прекрасную субботу с детской планеты Хэллоуин. Это уже третий Хэллоуин у нас в парке. Сегодня мы посвятили тему школе Monster High. Сегодня у нас все на эту тематику. Фотозоны, герои, тортики, капкейки, мастер-классы. Вся суть нашей программы, то, что мы пригласили детей к нам. Мы их превращаем в монстриков. Мы сделали им 4 экзамена для того, чтобы они вступили в нашу школу монстров. Мы сделаем выпускной, посвящение, ну и супер первую тусовку такую, знаете, вот эту монстринскую. Мы решили сделать в этой тематике такую более милую. У нас нет ни одного там гроба, скелетов. Мы все-таки понимаем, что это детское заведение. Мы хотели сделать его милым. Мы все делаем в последнюю ночь. Тогда в последнюю ночь оно так все бау, и взрывается супер классно. А так они готовились, да, но уже все воплощали последнюю ночь накануне. Сегодня это парад нечисти. Мы нашей внешней рекламой приглашали всех гостей прийти в костюмах. И, конечно же, уже как сейчас мы видим, все ребята в костюмах, родители, бабушки, дедушки, хоть частично в костюмах. Конечно же, у нас будет розыгрыш, где мы подарим фирменные домики, фирменные куклы Monster High, то бишь суперкупецкие, да. Сегодня у нас страшно крутая вечеринка Хэллоуин в стиле Monster High. Сегодня к нам пришли в гости все персонажи этого мультфильма, и наша детская планета превратилась в настоящую школу монстров. Один из любимых детских мультфильмов. Очень часто мы видим здесь на днях рождения маленьких девочек в облике героев мультфильма. Сегодня мы даже персоналом перевоплощаемся в этих куколок. Вот я сегодня в роли Франкенштейн, это дочь Франкенштейна. Поэтому вот как-то так. Сегодня еще будут подарочки тематические, фотозона и много других развлечений. У нас вообще Хэллоуин – это один из любимых праздников для наших гостей. Очень много было заранее вопросов, когда будет, что будет, в какой тематике. И сегодня прям с самого утра очень много деток в костюмах, в разных костюмах, не только Monster High. Посвящение в школу монстров. У нас детки сдают экзамены настоящие, монстрские. Сегодня у нас есть прекрасные несколько пиньят, и за каждый экзамен мы будем давать конфетки. И, конечно же, уже такая не изюминка, а уже традиция наших мероприятий – это большой розыгрыш подарков сегодня в 6 вечера. Экзамен – это у нас анимационная часть, это квесты, это игры с детьми. Вот сейчас как раз проходит одно из испытаний, у нас детки разминируют школу. Представляете, у нас школу монстров сегодня конкуренты заминировали. Посмотрели, что тематика Monster High, и решили, что-то такое надо черное, зловесное. Ну, решила, буду женщиной-кошкой. Хорошее мероприятие, мы были в прошлом году, тоже очень все понравилось, очень весело. И главное, что нравится детям. Да, очень интересно, особенно для детей. Они сейчас дети нового поколения, поэтому им все интересно, вот то, что приходит. Ну, тому що я дуже полюбляю колекціонувати ляльок, і тому я вирішила бути трішечки схожими на нас. Як ми шукали часті скелетів, щоб розбити п'яку. Ну, я знайшла тільки 4.